Действительно феноменально, друзья, правда? Суперский коллектив. Мухаммад, прям у вас такая энергетика, вы прям на 100% выложились. Мы впервые участвуем в таком, можно сказать, глобальном мероприятии. Мы выступали в других странах, но не международного уровня. Как-то этот волнительный. Репетиции, конечно, удавались как бы не так уж легко. Вначале постановка танца была очень сложной, потому что нам приходилось одно движение менять на 10, на 15 там, с лишними. Танец, чтобы ну, как бы богаче, там, необычный, чтобы эффект какой-то казался. Бывало так, что до самой ночи работали. Мы выкладываем все свои силы, все наши возможности, чтобы покорить эту сцену, покорить все жюри. Там же нету ни слов, ничего, просто танец. Вы должны по сюжету все понять, всю вот эту нашу историю. Мы таджики, мы помним наших предков. И, конечно же, мы хотим показать историю нашего народа. Мы выложимся, дай бог, на все 100%, чтобы о нас узнал весь мир. Лайли! Падида с таджикского переводится «феномен». Театр-студия, спасибо вам огромное. Это была история двух влюбленных, Лейли и Меджнуна, в классическом варианте. Но ребята сделали хэппи-энд, за это вам большое спасибо. Ситора, как вам постановка нашей Падиды? Я просто слов не нахожу. Боже мой, вы шикарная команда. Постановка, танец, движение, хореография на высшем уровне. Огромное спасибо вашему учителю и всей команде. Спасибо. Гульнур.
Ну, ребята, вы подарили нам потрясающие эмоции, и мы не перестаем говорить, какая у вас энергетика, Мухаммад. Вы просто изюминка этого коллектива. Спасибо. Девочки молодцы. Нурлан? А, достойное завершение гранд-финала первого сезона, с чем всех поздравляю. Мухаммад, я тебе говорил, ты Рудольф Нуреев Центральной Азии. Алавудин? А я скажу так, что не стало ни Лейли, ни Меджнун, но пока жизнь на земле есть, священной этой земле Лейли будет преклонять свою голову Меджнун в образе Меджнун-Беда, Меджнун-Тола. Удачи, очень талантливо, очень красочное, креативное выступление. Я очень счастлив, что в Центральной Азии живут такие талантливые люди. Молодцы! Спасибо большое всем нашим судьям. Несколько слов вашим поклонникам. Таджикистан! Баба Овоздец! Если вы так же, как и все мы, прониклись этой красивой историей любви, сказать об этом вы можете в смс-сообщении. Отправляйте цифру 12 на номер 5021. Торопитесь сделать это прямо сейчас. Спасибо!